Продукты по социальным, или, говоря простым языком, сниженным ценам, сегодня востребованы как среди людей почтенного возраста, так и молодежи, особенно студенчества. В связи с этим администрация Владивостока запустила обновленную программу «Город для людей», которая позволит магазинам отпускать некоторые виды продукции по ценам существенно более низким, чем существующие на рынке. Дает возможность покупателям приобретать социально значимый товар первой необходимости по сниженным ценам. К инициативе городских властей уже присоединились и первые ритейлеры, такие как Татьяна Косенкова, индивидуальный предприниматель в сфере розничной торговли. Сотрудники ее отдела, продающего мясную продукцию, также понимают всю значимость участия в программе. Очень важно для города Владивостока, как бы здесь центр города. Нужно, чтобы люди покупали по доступным ценам продукты, чтобы это было не очень дорого. И качественный, в принципе, да, у нас очень хорошее качество продуктов, то есть жалоб у нас нет вообще. Социальные продукты на прилавках для удобства обозначаются специальными яркими ценниками с логотипом программы. Всего в рамках инициативы во Владивостоке работают 14 супермаркетов торговой сети «Реми», а также еще 23 магазина сети «Мельница». Городские власти отмечают, что вступить в программу можно, обратившись в Управление экономики и развития предпринимательства Приморской столицы. Евгений Черемухин, новости на восьмом.